Всем привет. А, мы уже снимаем? Уже, да. Ну, привет. Ребят, мы хотели сегодня для вас снять кровать Бримна, сравнить ее с кроватью Мальм. Но, знаете, как ежики моргают, как у нас младшая дочь говорит? Вот такую фигу нам показали в отделе, не собрано. А из-за кровати в Москву мы не поедем. Куда не поедем? В Москву. Оно же дай им пустит, наверное, еще. Пустит? Не пустит. Вот когда у нас какой-нибудь конгресс по Сибириан будет, тогда снимем. Извиняйте. Ну, поэтому мы теперь снимаем рабочие да. кресла. Да, кстати, вы давно просили, а мы давно хотели снять. Дмитрий Юрьевич, можете такой, как вы умеете, плавный, красивый прогон? А надо? Кстати, Дима же не только снимает наши ролики именно по Икее, да, а снимает еще другие ролики. На нашем втором канале про ЗОЖ есть Димино охрененное минутное видео с вручением авто. Но мне просто нравится, как ты это сделал. Ты не являешься профессиональным оператором, ты на это не учился. У тебя нет корочек оператора. Мне реально понравилось. Поэтому, кто любит вот эти вот все, кто говорит, да, вам обучиться монтажу, пройдите, посмотрите. Да не, надо что-то приукрасило. Да ладно, не стесняйся. И, ребят, еще хочу, ну, на философию сегодня пробил, давайте буквально 2 минуты, а потом пойдем про каждый расскажу, на каждом посижу. Друзья мои, прежде чем хамить, переходить на личности и заниматься прочим бредом, подумайте, ну, это не последствия, но тем не менее. Вот вы сегодня нахамили, мы вас перманентно забанили навсегда. Нам одну кнопку нажать, точнее, Диме. У него даже спортивный азарт. Он хейтеров прям вот раньше переживал, да, а сейчас у него прям вот сколько? Нет, мне просто даже интересно, кто глупее напишет. Я просто посмеюсь и забыл, и удаляю. Да, ребят, мы это переросли, нас эмоции не вызывает. Но! Просто недавно была ситуация, девушка пишет ВКонтакте: Татьяна, здравствуйте, я вот вам пишу в Ютубе комментарии, хочу посоветоваться, а вы не отвечаете. Дима заходит, смотрит и говорит: перед этим девушка месяца 3 назад, ну прям вот обосрала, скажем так, с ног до головы конкретно, да, то есть, ребят, конструктивную критику вы знаете прекрасно, касаемо внешнего вида, кстати, большая же благодарность вам, стройность, изменение визуала, да, изменение картинки, монтажа, это все благодаря вам, но это конструктивная критика, когда просто бред сивой кобылы, переход на личности, не дай бог переход на детей, welcome в баню, поэтому я именно к неадеквату обращаюсь, вы нажмите кнопку выкл, и идите дальше. Ну ладно, давай. Все, короче. Начнем, а то да, рабочие кресла. Затянули. Рабочие кресла. Ребят, скоро новый учебный год, который, возможно, начнется удаленно. По крайней мере, нам в нашей школе уже сказали о том, что первые, что там у детей, не семестры же, как у студентов, первая четверть точно будет удаленной. Я к чему? К тому, что дети будут много времени проводить дома, сидя на попе за рабочим столом. Кстати, обзор по рабочим столам у нас есть, заходите, смотрите. И на рабочем стуле. Ну, сейчас мы только по рабочем стуле. А в июле, наверное, в середине будем снимать все для 1 сентября. Подборку. Или как? Или готовимся к 1 сентября с Икеей. Готовимся к школе, ну, да. Да, что-то такое. Да? Вот. Да. Сделаем подборку для учеников. Из чего можно, где сэкономить, где, наоборот, стоит потратить, где вот что и как. Да. Надеюсь, будет актуально. Я думаю, да. Так, ребят, Дим, прям подряд идем, как они есть, да? Да? Прыгать, бегать не будем. Да, начнем сначала. Значит, смотрите, ну, у Икеи вообще сегмент делится на взрослые и детские. Ну, условно такие детские, потому что я сейчас, вы видели, сидела и кружилась на обычном детском стуле Юлис. Он выдерживает до 70 килограмм протестирован. Я чуть побольше сейчас, 72-73 качаясь. Сейчас мне напишут, а ты не меньше 90. Ко-ко-ко. Весы показать. Короче, выдерживают икеевские стулья и больше. Но, друзья мои, вот их два сейчас, относящихся к детским. А Юлис есть еще розовый, они мелкие. И для взрослой попы, а попы они разные, у нас у 12-летней дочери параметры практически как у меня, не особо удобно. Поэтому такие стульчики покупают для деток, которые невысокие, не крупные, ну, семьи разные, родители разные. Вот, поэтому многим вот такого стула вообще хватает до взрослого. Регулировка по высоте. Давай, наверное, про каждый рассказывать. Это я обозначала сегмент, значит, самый бюджетный стул. Дешевле, ребят, нет, все. Дешевле только, я не знаю куда, на лавочке сидеть после подъезда. 1999. Лобергет Сибен, цвет белый. Сиденье белое детское, 700 рублей. Каркас вращающегося стула для школы 1300. Оно поднимается, как, помнишь, раньше рояльные были табуретки? Крути, и оно будет вниз опускаться. Ну, в другую сторону, это наверх, а это вниз должно быть, по идее. Да. Ага. Я не вижу,
Ну, это а-ля табурет рояльный. Так, вот что имеет в виду Дима. Ну, давай, а то у меня рояльная ассоциация, ну, с да, петлями. А это под фортепиано. Вот. Фортепиано. Ну, я не пианист. Вы поняли. Я только на нервах играть умею, да? Да. То есть вот таким образом. Из плюсов. Легкая. Нет колесиков. То есть чада будет только круть-круть, но ширк не будет. Но опять же, человек уже не будет просто так крутиться, потому что уже поменяется высота стульчика. Да, это тоже нужно учитывать. Стоит он 1999. Значит, протестировано до 110 килограмм. Ого. А высота 34 сантиметра. Ну, короче, высоты максимально не указано. Чем стульчик хорош, есть наполовину боковая поддержка. Вот эта часть. Она как, не в свободном яйце, полете, да, как в такое полуяйцо. Да. Так, дальше, Юлис, 3000 рублей. Фанерное деревянное сиденье. Металлическая крестовина с колесиками. Колесики не стопорятся насмерть, чтобы не кружиться. Потому что на сайте IKEA написано, что колесики со стопорками, но чтобы их прям совсем вы могли застопорить намертво, и чтобы они вообще не кружились. Нет, друзья, такого в функционале нет. Подъемный механизм. Но он уже поднятый. Да. Из плюсов, видите, он до какой высоты опускается? То есть фактически до самого детского, до того же мамута, да? То есть можно уже купить малышарику и хватит до большарика. Цвета два, розовые сиденья и белые, крестовина одинаковая белая. Я бы еще мальчиковый добавил. Нету синенького? Ну, или серенький, да? Нету, сейчас нету. Печаль. Так, Лобергет есть еще большой, стоит 2600. Лобергет Брискрет. В чем разница? Ну, в цене, соответственно. Вот даже механизмы вот так вот удобнее, да? Более массивные. Более массивные, уже на взрослую попку. Сколберг Спорен и Снилы полностью вышли из ассортимента. Ребята, не ищите, их не будет. То есть это теперь... Жик. Жик. Это замена. А дальше смотрите. На крестовину Бальсбергет. Она подходит крестовину от Лёбергет. Да. Вот эта часть. Но без колесиков. То есть вы можете смиксовать, например, взять сидурку от Лобергет, а крестовину взять от Бальсбергет. Здесь можно укомплектовать сидушкой от кухонных стульев Лейф Арне. Цветов много. Заходите в обзор по кухонным стульям, смотрите. То есть регулировка получается у нас то же самое рояльным, да, назовем его по Диминому методом. И сюда же подходит Свен Бертиль. Они есть черные, белые. Это деревянные из фанеры сиденья. То есть это уже полноценные кухонные стулья. Кстати, многие даже сейчас их берут именно как кухонные. Он у вас и рабочий. Да? Ну, я не сказал бы, чтобы это на кухне очень как... хорошо подошло. Клиентка брала каким образом? Она брала два таких. И остальные брала на кухонных ногах. Сиденья одинаковые. И она говорит, когда мне надо, я могу выложить их все там в одну кучку, да, куда-то за столом, они смотрятся одинаково. То есть такое убивание двух зайцев. Лейф Арне цветов, мне кажется, тьма, да, Дим? И белые есть, и оливка. Но они все в этом, в кухонном отделе. Можно посмотреть просто обзор по кухонным стульям. Ну, из этих трех стульев отмечу, что вот это самый удобный. Почему? Форма очень хорошо под это облегает нижнюю часть. Яночка. Да. И есть полубоковая поддержка. И где поддержка нет под у этих и вот этих стульчиков. Так, следующий товарищ. Блэкбергет. У меня, знаешь, такой эффект дежавю. Мы же некоторые уже снимали. Снимали не в России, поэтому чувство такое, что вот, блин, я же про них рассказывала. Угу. Так, значит, Блэкбергет есть и декула беж. И Идекула серый. Точно в таком же покрытии есть и кухонные стулья. Показали себя, в принципе, неплохо. Цена 3300. Мягенько. Вот докуда это по пояснице. То есть, в принципе, поддержка есть. Полноценное глубокое сиденье.
ой, как удобно, может так по Икее передвигаться. Дим, пойдем обзор снимать. О, вот, пружинит неплохо. Низ, самый низ. И самый верх. Ну, мне кажется, для офиса, ну, конечно, не Маркус. Маркус — это уже высший руководящий состав. Да. Менеджмент, нет, знаешь, это как бы, вот, допустим, если сколько я и ты сидим, нам, конечно, Маркус. А если это сел, написал, ушел, опять. Ну, это самозанятым. Да. Самозанятый сам выбирает, на чем сидеть. А работодатель выбирает. Когда укомплектовывается сам за тебя, офис. И за кого кто будет. Ну, в принципе, ценник для этих целей более-менее адекватен. Дальше. Орфьель возвращается уже не первый раз. Надеюсь, на ПМЖ вернулся. Потому что их выводили, обратно заводили. Цвета фиолетовый, синий и есть еще черный. Черный антрацит серый. Синий, кстати, очень классный для детской. Да, такой цвет неизбитый. Присаживайтесь. Цена 3800. А сейчас еще расскажу. Значит, наполнитель пенополиуретан. Хорошая плотность. Дим, из-под внутри покажешь? Ну а вот, что там? Ну, мне вот это вот прям вот этот колхоз. Что вот здесь, что здесь, да? Колхоз тюнинг. Не шибко. Ну да, могли бы поаккуратнее пробить бы. Поднатянуть. Как-то в цвет, что ли, да? Значит, Орфьель состоит отдельно из каркаса, отдельно из сиденья. Если вы что-то запороли, испортачили, у вас не гарантийный случай, можно, не меняя весь стул, поменять половинку. Значит, стул цельной, что спереди, что сзаду. Сзаду? Зады. Опять сейчас тебе любители литературы. А мне все равно. Это мои афоризмы личные. Так. По спине, смотри уже, да, выше. Более вот, широкая. Более широкая. Вот сидеть удобно. Я бы, например, если вот сейчас выбирала ребенку до 4000 стул, я бы, наверное, вот на этом остановилась. Вот между серым и... Вот на этом удобнее. Ну, он и на рублей 500 дороже. Да, но есть за что. Он выше, Дим. Ты видишь, докуда поддержка у спины? До лопаток практически. Хорошо поддерживает. Более широкий, то есть более комфортный. Вот эта часть все равно более мелкая. А если поднять по высоте? Что ж, как громко-то. Этот выше. Вот это максимум. По ткани он мне больше нравится. По самому наполнению уретана он более упругий. Угу. Металлическая часть. Да. Не чувствуется как сверху, нет, так и у ног. Нигде. Угу. Покажи черный. Идем. Ну, кстати, черный очень красивый. Стильный смотрится. Он не черный, он типа антрацит. Антрацит. Очень интересный. Цветовые они что-то как-то под интерьер должны идти, а вот это... Такой серьезный. Да. Надюху надо пересадить на такой. Можно. Ну, присядьте на него. А, да, на этот же я на... Да, мы же только сверху обозрели. Так, у меня здесь микрофоны. Я представляю, минус один, нет ароматизирующего эффекта, как у этих стульев. Да, ну, как бы вот жестко, чуть откладываешься, да? Прям вот поясницу больно, неприятно. Пружинит вот. Не, ну когда садишься, вот этот, вот мягкость приседания. Короче. Как табуретка, да? А вот если брать, допустим, раньше Сколберди, которые были, которые очень любили мастера ногтевого сервиса, все-таки разница есть. Вот если вот, допустим, работать, да, постоянно, вот, ну как вот девчонки, маникюр, мастера маникюра целый день, без спины останешься, честно. По мне же, ну, как понятно, что он жесткий, он весь пластиковый. То есть вот даже сейчас у меня ремень от джинсов, он мне упирается в спину. Подушечка еще под тобой лежит. Ты не почувствовал? Не чуть. Дала никакого эффекта? Нет. Нет. Вот. Мне Орфьельд больше понравился. С некоторых пор я придерживаюсь принципа «скупой платит дважды». Пойдем дальше. Так, про Кулаберг мы вам уже рассказывали, когда показывали барные стулья, но повторимся. Здесь нет такой плавной регулировки, то есть вы должны выкрутить, поднять. Давайте покажем. Поднимите. Сядьте, поднимите. Все приличные службы доставки уже погрузились и уехали. Только просим, и все снимают и снимают. Никак не успокоится. Никак не успокоится. Слушайте, у нас вам такой сюрприз готовим, ребята. Вы офигеть. А?
Нет, офигеть, это по-нормально, а вы умеете, что будет в будущем? Но пока не скажем. Не. Будет небольшой секрет. Фиксация обязательно. Видите, вот я не вставила, да, винт, что получается? Если вы не вставите, вы, простите, дрёпнетесь. Ну да, тут смотри, тут же попасть надо, да? Да, вот. То есть просто так он падает до конца, а вот, ну, можно вот так, конечно, оставить. Ну, с другой стороны, смотри, стул на постаменте, да? Тебе удобно, в принципе, из этого глядеть, где дырочка. А если он будет на полу стоять, тебе придется как? На карачках. Лежа лежать, фиксировать ее. Лего-го какое-то. Что-то как-то это... Короче, знаешь, наверное, их вот надо взять, зафиксировать и разок. Да, и все. Взять руки, сесть на диван и фиксировать. Так, дальше. Кулаберг есть просто рабочий стулья. Кстати, его что-то сейчас нет, может быть, его просто куда-то убрали. А, точно такой же, только не с черным металлическим основанием, а с красным металлическим основанием. Рабочий стул Кулаберг. Стоит... Он хорошо будет миксоваться с этим табуреточком. Да, они в стиль. Кстати, барные стулья Франклин сюда же в тему входят. Кулаберг, рабочий стул, 5000 рублей. На серединочку. Можно? Он не кружится. На серединочку, пожалуйста. Он без колесиков. Так, ну, метод у него на ручке. Так. Микрофон в дырке. Спину держит неплохо. Если сидеть не сильно подолгу, то можно, наверное. Но вот мне пока на Фрелле было удобно сидеть. На более низком положении вот эта часть не врезается в ноги. Не слишком же ли жестко? Жестко. Тебе? Мне вот в спине прям, да, неудобно. Мне жестко очень. Я не это. Но хорошо по посадке. Ты видишь, что если я сажусь, он у меня на всю глубину, я его занимаю. Угу. Угол спины хорош? Угол спины хороший. Поддержку я не чувствую, она мне не врезается. То есть я зафиксирована, и мне не врезается, мне комфортно. Угу. Ой, слушай, а мы еще не сказали о Фрэнклин, смотрю, есть еще в такой горчичный цвете. Ну, это скажешь, только все начинается. Что-то к нему прицепилось, да? Вот такой друган. Мне это что-то напоминает, так типа, для кассира, временные... Неплохой такой временный запятак. У кассы сидеть. Так, дальше. Отгер. Отгеры есть кухонные, это переработанный пластик. 8000 рублей, два цвета, антрацит и бело-бежевый. Иди, покажи мне. Цвет неоднородный. Такой под, под камушек, да? Точечка, да. Колесиков-то нет. Легкий. Так. Удобно, подлокотники, спина не врезается, ноги не врезаются, некомфортных ощущений нет, единственное, холодный. То есть вот через блузку мне прям в спине холодно. Соответственно, если это будет какое-нибудь, да, не сильно отапливаемое помещение, наверное, будет не очень комфортно. Довольно-таки высокий. За стол давайте попробуем присесть. Нет, ну для Мики прям я упираюсь, мне неудобно. Для меня высоковато, даже на каблуках у меня ноги на весу. Тебе опустить придется, чтобы вот, залезть туда, да, подальше. Ну я обычно работаю вот так, даже на Маркусе. Вот так. Ну да, более похоже. Но, ну опять же, твои ощущения немножко разбавлены подушкой. Да, у меня попробую еще подушку. Давайте без подушечки. Ой, для чистоты эксперимента. Какой холодный! Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Через даже плотные джинсы жопе холодно. Нет, нет, нет. Мадам сижу, будет чихать и кашлять. Ну, я считаю, что стул интерьерный больше, да, Ди? Да. Дальше. Новинка. Ну, такая условная новинка. Блин, там. Из плюсов отдельно появились подлокотники. Но Минель стоит 1000 рублей, можно просто дополнить. Цвет серый и черный. Подушечка, как у Маркушечки. Так. Это, я вам, ребята, скажу, это переходный вариант к Маркусу от обычных вот этих кресел стандартных. Это средний между Маркусом и вот этим креслом. Мне нравится. Кто-то подлокотник не зафиксировал.
Не страшно. Или кто-то это учился на ручке ездить. Ну да. Так, вот сижу. Ощущения классные. Спину держит хорошо. Подушка, вот боковая поддержка. Видно в камеру? Да, да, да. Туда, где надо. Поясничная поддержка. Поясничная, да. Нет вот этого эффекта врезания ног. Но сидушка меньше по размеру, чем Маркус. Да вообще, сидушка не сильно крупная. То есть, она, например, скорее всего, получается, человек с крупный товарищ, да, да. Либо парень такой худосочный, либо без подлокотников брать. Потому что, видите, они ограничивают и... Ну, это по желанию. Это по желанию. Для дома вполне стильно. Сначала рекомендую вам купить без подлокотников, посидеть, поработать. Если вам руки делать некуда со временем будет, да, придете, да, купите подлокотник. Да. Торопиться не стоит. Ну, главное, чтобы они были в наличии. Да не есть. Так, 7 тысяч с подлокотниками, 6 тысяч без подлокотников. Серый цвет покажи, пожалуйста. А, из минусов, смотри. Ткань будет очень быстро затираться. Ткань без каких-либо уплотнений, усилений. То есть такая вот, ну, обычная, как ХБшечка, да, выглядит. Угу. Ну, на самом деле, состав необычная ХБшечка. А, полиэстер, а в ткань добавлено хлопок. Кстати, модакрил добавлен. То есть фактически не должно растягиваться. Модакрил не дает растягивания ткани. Поэтому, кто уже купил, расскажите, тянется ли сиденье. То есть есть ли вот этот эффект растянувшейся жопки. Механизм показал? Да. Так, дальше едем. Лонгфьель. Значит, Лонгфьель, ребят, это целая линейка. Во-первых, это 4 цвета. Розовый такой, пыльно-розовый. Кстати, к новому дивану подойдет, да, прям цвет в да, цвет? Да, кстати, очень хорошо. А, серо-бежевый, серый антрацит тоже к новому дивану подойдет. И такой синеватый. Серо-синий. Серо-синий, гунарет. Да, их все-таки 4. Плюс, смотри, они отличаются по высоте сидушки. То есть 2 низких, 2 высоких. Так, значит, сиденье с маленькой спинкой, беж, розовый. А нет, они каждые есть во всех цветах. Сори, Танина придумывала. Подлокотники отдельно продаются цвет белый и черный. Белый подлокотник металлический, черный подлокотник металлический. То есть каждый, ребят, из этих кресел можно сделать либо высоким, либо без. Да, с без, либо в высоком, либо в низком варианте. Дальше. Крестовины. Белые на колесах, черные на колесах. Черные без колес и должна быть белая без колес. Но почему-то здесь не представлено. Механизм рычажный. Сейчас покажем, как поднимается. Что нравится, все спрятано, да? В чехольчик. В чехольчик. Замочек есть. Это на случай, если папе придется ремработы какие-то проводить, да? Ну, здесь шиш, хотя нет. Крепежи есть. Подлезть при желании можно. Главное, чтобы мужик с руками был. Конечно, за такие деньги. Почему бы чехольчик не сделать? Ну да, уже сколько? От 8 тысяч они начинаются. Ну-ну. Вот этот, например, вариант 11 стоит. Где? Да. Сиденье, основание на колесиках, комплект подлокотников. Ну вот, допустим, вот такое сиденье короткое, плюс основание без колесиков и без подлокотников, самый бюджет 7 тысяч. Так, ну хватит его облизывать, давай показывать. Мне вот в этом удобнее. Сейчас скажу, чем неудобен. Видно? Он более жесткий, смотрю. Он более жесткий, вот здесь. Ну, хотя нет, он пружинит. Ну, я не знаю, почему я чувствую вот эту металлическую планку, вот его внутреннюю спиной. Возможно, он мне коротковат. То есть, кто, например, поменьше ростом, эта верхушка будет уходить повыше, будет покомфортнее. Поэтому здесь тоже нужно пробовать. Кстати, имейте в виду, всегда можете вернуть, ну, в каком плане вы собрали, сели, потестили дом, если от вас IKEA далеко, поняли, что неудобно, обратились либо к своим посредникам. Хочу сразу обратиться к посредникам, которые три шкуры дерут своих клиентов и говорят: ребята, вы нам должны за возврат денег платить. Ну, давайте все-таки быть не поросятами, да, а клиент должен получать сервис, потому что IKEA принимает это дело бесплатно. Поэтому, ребята, если вам посредники отказывают в возврате товара, который вы купили у них, и говорят, что вы нам должны платить денег, нет, вы обращаетесь на ЦПК, это Центр поддержки клиентов, на горячую линию. Просите у посредников все данные, о покупке они вам обязаны это предоставить.
и договаривайтесь с ИКЕЙ о возврате. Ну, тут посложнее, посредник ездит сам постоянно, а ИКЕЙ может, если это не брак, и отказать, что привозите в магазин. Я просто хочу призвать посредников, что... Нет, вот, допустим, мы, если возврат, клиент купил сам. Возврат платный, потому что это время, это оформление других документов. Купили через... Мы делаем все это бесплатно. Да, Юрьевич? Продолжим. Продолжим. Так, креслом. Ну, плотненько. Кружильчика хорошая. Плавненько, прям мягенько. Смотри, как низко опускается, да? Угу. То есть можно даже взять вот ребенку где-то с 1.30 м без колесиков, потому что будет круть-верть. И вот самая высокая максималка. Так, пойду в подлокотники. Подлокотниками. То есть товарищ с широкой попой. Ну и спинка другая, чувствуется? Да. Повыше. Вот здесь вот, вот это мне удобно. То есть вот это получается моя, наверное, все-таки спинка. Вот это для людей поменьше ростом. Кстати, гарантия на них уже десяточка. 10 лет. Имейте это в виду. А? Ну, да, то есть он по уровню... Значительно. Ну, я уверена. Само сиденье довольно-таки глубокое. То есть вот эти части, они, в принципе, не ощущаются. За 10 лет у нас кресло-яйцо. Сдохло. Да. Совсем. И еще пару кресел. Так, дальше? Да. Мы дошли до нашей любимки, до Маркуса. Вот таких два Маркуша у нас, один живет дома, один в офисе. Покажи, пожалуйста, механизмы. Да тут механизмы как в космолете. Можно по-всякому крутиться. Это кожа крупнорогатого скота. Очень плотная и ни хрена ей не делается. Есть еще теперь и в ткани. Ты лучше покажи, как он трансформируется. Сейчас. Вот все уберем. Просто за что лучше заплатить вот, тысячу смотри. Рублей, не покупая вот этот предмет, и вот этот. Да, вот он. Простите, сплюн 11.900. Они, кстати, одинаковые в ткани. Вот, вот ценник один в один. Ну вот и все. Возьмите в ткани вот этот предмет. Удобно. Ну, да, допустим, просто вот я сейчас сажусь на новый Маркус. Вот смотрите, спинка, она не прямая, а анатомически изогнута. Ну, профиль, профиль, Татьяна Павловна, покажите мне профиль. Все. Вот видите, чем он классен. Он повторяет изгиб спины, можно сказать. То есть реально в нем сидеть можно очень долго. В нем даже можно поспать. Вот правый потрогайте. Это верх-низ. А левый? Он должен спиночку у нас. Да, пошли. И вот, ребята, можете поспать на нем. Вот, смотрите, он не только спинка отгибается, он, видите, весь уходит. Он и одновременно немножко сидушка вниз уходит, и одновременно с этой сидушечкой уходит спинка. Как бы такое двойное движение идет. Здесь над ножками об что-то опереться. Да. Но со временем немножко разгуливается. А разгуливается из-за того, что вот там вот шишечка такая вот между ножками. Вот, ее надо, если не хотите так сильно вниз уходить, ее надо закручивать. Если вы сильно закрутите, сидушка не будет уходить. На самом интересном месте у нас заканчиваются батареечки. Давайте, Татьяна Павловна, продолжим диалог. Давайте. А закрутите, пожалуйста, вот эту пимпочку. По часовой против часовой? Ну, давай по часовой. Да, он будет закручиваться. До упора. И... Нет, значит, против часовой. Значит, по часовой мы его раскручиваем, да? Ну да, я просто не знаю, в какую сторону он, что как делается, но тут два положения. Или-или. Угу. Вот. Ну, уже не так, сиденье откидывается. Значит, еще надо... Не могу ты не до конца закрутил, потому что... У меня что... сил больше нету. Можно еще. Не могу. Нет? Есть, видишь, надо закручивать. Муж не кормит. Короче, ребята, скажу так. Он регулирует наклон. Вот эту штуку? Да. Наклон. Чем больше она выкручена, вот эта часть, тем больше наклон
спинке сиденья. Это регулируется. Хотите побольше? Открутите. Хотите поменьше? Закрутите. У тканевого кресла прорезиненные подлокотники. У кожаного кожаные. Я скоро Диме не нужна буду, он будет сам все рассказывать. Нуш-нуш. Да не. Так, пойдем дальше. Air Fiolet. Четыре варианта. Кстати, хорошо, мы дошли, мы, помнишь, хотели сделать сравнительный обзор, да, между Маркусом и этим стулом? Они прям рядышком. Да, давайте. Значит, вариации. Кожа, серая ткань, белая ткань условно, да, и такая темно-серая. Вариации дополнительных подлокотников, можно с ними, можно без них. Цвет подлокотников черный, белый, нижняя крестовина, ну, исходя из цвета. То есть фактически вот вы, допустим, берете черный стул и укомплектовываете его подлокотниками. Знаешь, Тань, я скажу, вот этот стул, он, как и название, он женский. Он более элегантен, чем Фрих этот. Маркус, да, Маркус Фрих, что я сказал, дурачок. Мне кажется, больше он для женщин подходит, потому что сидушка меньше, более короткая. Сама спинка более узкая, и высота спинки чуть поменьше. Как ты думаешь, согласишься со мной? Да, соглашусь. Почему? Потому что вот у Маркуса я обычно сижу вот так. Мне не хватает, да, то есть... А тут ты практически на полную глубину. А здесь я на полную попу, да, могу сесть, и у меня остается место под ногами. А Маркус у меня заканчивается прямо под коленками. Это неудобно, то есть для меня это глубоко. Хотя Дима, она прям кайфует на Маркусе. Ну, это мой размер, можно сказать. Мой размер. Нет, я на Маркусе, мне очень нравится. Он, мне нравится, как он держит спину, мне нравится, как он под попой. Но, наверное, вот если бы сейчас нужно было покупать себе кресло, я бы взяла вот этого товарища. Плюс, его можно взять, да, в других цветах, то есть он не такой агрессивный. Добавь, пожалуйста, что у этого стула регулируется поясничный упор вверх-вниз. Может, люди и не знают. Вверх-вниз он должен ходить. Правда, регулировка не сильно большая. Немножко. Тут 5 сантиметров ход, наверное, будет. Ну, 5-6 сантиметров, да? Ну, тем не менее, исходя, да, из роста, этого, да, достаточно. Что у Маркуса этого нету. Нет. Соответственно, регулировки практически те же, кроме опрокидывания. Так, подожди, а вот этот функционал у нас что несет? Ну, то же самое, опрокидывание и вверх-вниз. Стой, сейчас я отъеду. Да что ты, неуправляемая телега. И что он делает? Может, сломали. Может, кто-то сломал уже. А ты другой прорегулируй. Это высота туды? Угу. Сюды. А это что делает? На себя вытащи. Никак. А сядь на другой, который без подлокотника. Да вот оно все, иди сюда. Сейчас мы расскажем. Высоту сиденья можно регулировать, приподняв первый рычаг. Что мы делали? Угол наклона спинки можно изменить, опустив этот рычаг. И зафиксировать его. Наклон можно, нажав на рычаг. Глубину сиденья можно отрегулировать, приподняв третий рычаг. Это глубина сиденья. То есть шире, меньше. Да. Поясничную опору тоже можно. И подголовник. Короче, регулирейшн со всех-всех сторон. Ну, давай сидушку тогда оттяни. С другой стороны, то есть сидушка. Вот, то есть это угол наклона сидухи. Оттянув просто. Да, то есть я оттягиваю, если Маркус, я просто должна сама, и она меня обратно тянет, то здесь это нет. Вот, развалилась, и для тех, кто как мы работает по ночам, подремать в кресле, и вот она, вот что делает. Видишь? Угу. Увидел сейчас? Да-да. Слушай, целый этот корабль, блин. И, соответственно, обратно. Вот таких четыре товарища. Разгон цены получается от 11 до 15. Дальше. Aha the hell. Есть за 15, есть за 13. Ну, опять разница с подлокотниками, без подлокотников. Цветовая гамма у нас три цвета. Розовый, знакомые цвета с диванами, да? Да.
серый и такой светло-бежевый. Давай с подлокотниками смотреть. 14 тысяч. Ну, мне вот не хватает. Вот. Но я привыкла, что у меня защита сзади по полной высоте. Тем, кому не надо, то смысла нет. Но он, конечно, такой вот домашний уже, да? Давай разбираться в этом пульте управления. Высоту сиденья можно регулировать, приподняв этот рычаг. Высота сиденья, соответственно, вверх, вниз. Дальше. Угол наклона можно изменить, потянув за рычаг номер 2. Ну, потянула. Куда тянуть-то? Вовнутрь нет? А, вот. То есть он вытянутый. Видно? Да-да. Вот, зафиксировала. То есть смотри, вытянул. Сам регулируешь. Да, вытянул. Наклон. Хоп, и воткнул. Все, дальше он не уйдет. Так. Глубину сиденья можно отрегулировать, приподняв рычаг номер 3. Глубина сиденья. Поняли, да, вот эта часть? Вот. Mm-hmm. У всех попы разные. Давайте поближе. А страна одна. Убавьте ширину. Теперь он еще как-то это убавить. Блин. Ой, смотри, даже под эти. Вот этого я не знала, для меня это откровение. Mm-hmm. Как в автомобиле, да? Оригинальный. Да. Ну поэтому и стоит 5 нахуй, ну не может быть. Ты знаешь прекрасно, у Икеи нет такого, чтобы стоило. И не стоило. И не да? стоило, да. Что... Так, высоту спинки можно изменить, приподняв или опустив ее здесь. Угу. Три положения, может быть, нет? Наверное. Или да. я ошибаюсь? Так, сейчас. Раз, два, три. Четыре. Угу. Пять. Ага. Пять положений. Ну, сделай нам высокое. И колесики оснащены тормозом. Стул не откатится, пока вы на него садитесь. Ну-ка, вот стул, да? Да, кстати, нет, а. Не укатывается. А вот про это не сказано. А сделайте самую высокую спинку и проверьте, будет ли вам удобнее. Не нравится мне вот это шик-шик-шик-шик, что нельзя сразу-то хоп. Все. Все, все. Блин. Вот что, да? Промазал и опять заново. Да. По-моему, вот так. Угу. Да, уже повыше, но, блин. Мне, короче, не хватает. Иди сюда. Заначку можно сюда прятать. Да. Аж вот сюда. Вот смотрите, какой вспененный пенополиуретан. Упруги хорошо держит. Здесь дополнение. Такой стул достойный. Опа, прилепилось. Так, конференц-стул. Ну, кто брали в восторге, сейчас будем тестить и мы. 10 лет гарантии, кстати, у всей этой линейки. Начиная вот с тех розово-серых товарищей. Мозг что-то у меня сегодня на название не работает. Не обессудьте. Витаминки для мозгов кончились. Так, конференц-стул. Ну, для меня, конечно, он низковат, потому что я люблю высокое, но это мое мнение. У вас оно будет другое. Вверх-вниз. Здесь. Вообще он эстетически красиво смотрится, да, Дим? То есть такое вот как полукресло. Дима, не их громейки, она нам еще пригодится. Я стараюсь. Ребят, каких-либо допов нет. Здесь именно сама боковушка. Красивый дизайн. Ткань точно такая же, как у Hat of Hell. Один в один. Тролльбергеты. Их уже снимали. Барные табуреты. Я уже про это говорила. На край сядете неудобно. То есть он прям вот... Ну, не любите вы хоть это слово, но я скажу. Жибло мне. Вот. Да, за то, что он планетарный, этот, да. Наклон у него как бы. 8 тысяч.
Ну, зато можно на пол булочки сесть и удобно. Да, вот так вот. Не-не-не, на пол булочки. Вот так вот. Да-да-да-да. И все равно удобно, да? Ну, можно так сесть. Ну, более-менее, все равно я соскальзываю. Так, регулировка у него за счет крыльев. Вот. Ого. Ну, ты забыл, что ли, мы его в Стамбуле снимали? Я что, должен все помнить, что ли? Я тебя слон, что ли? Вот такой товарищ. И есть еще Нильс табурет. Всего 3000 рублей. Очень люблю салоны красоты, парикмахерские эти табуреты. Здесь такая кнопочная регулировка интересная. Дим, посмотри вот здесь ее. Эй, она с трех сторон? Нет, она с двух сторон. А, нет, с трех. Кнопки. Вот они прожимаются. Угу. Так, а, ребят, не совсем все по стульям. Они еще несколько штук раскиданы. Пойдем покажем. Ну, коричненький остался. Коричневенький, там еще черненький есть. Кстати, по-моему, один подписчик хотел узнать отзыв по данному креслу. Как брали. Вовремя. Брали. Сказали, директорское. 16 тысяч, самое дорогое кресло, окей. Кстати, вот даже вот. Но здесь... она, видишь, она регулируется зажатием барашка. По-старинному, по-старинному. Регулировка. Ну, извините, за 16 тысяч-то хоть что-то же должно быть, кроме эстетизма. Подъем. Давай к мальму примеримся. Так. А, нет, не мальм, что же делать? Я просто по-старинному так. Это высота регулируемая. Ну давай к светленькому что-нибудь. Давай тебе вот сюда посадь. Классики, да? Да. Удобные. Не сильно высокие подлокотники, то есть я въезжаю целиком, и я фактически сижу на всем стуле. Вот не как я говорю на полбулки на Маркусе, да? Угу. Если что-то повыше, потому что позволяет. Видишь, все большая уже. Вероятность, что обдерутся. Да, будешь постоянно обдирать, сминать это уже неудобно, то есть это только пониже. Ход мягкий, плавный. И подъем еще остался за бортом, за 3000 вернувшийся новый стул. Он там, в той части. Мальте обратно возвращается в продажу, давно его не было. 1500, дешевле нету, это уже совсем нет дешевле. Он никуда, ребят, не крутится, не вертится. А для взрослого человека, я считаю, вообще неудобен. То есть вот эта часть, она прогибается, да. Врезается в спину. А вот, ну, честно, лучше купить кухонный. Кому бы ты порекомендовал? Никому. Даже школоте? Ну, школоте на там часок посидеть пойдет. Только если. А так нет. Я не рекомендую этот стул вообще. Ну да, он что-то прям... Арфьель. О чем я говорила в таком цвете красивом. Как его, горчица? Mm-hmm. Цвет горчицы. Что-то мы здесь вывалили. Ну, в руках подержи, ладно, недолго осталось. Так, и нас еще осталось одно. А вот, кстати, проговорила вам, да, про Skolberg Sporen. Ребята, они выходят из ассортимента. Синих уже нет, белых уже нет. Остались только черные на черной крестовине. Ну, по крайней мере, в нижнем. Поэтому сильно про него рассказывать, ну, какой смысл? Они удобны. Их, кстати, брали раньше активно мастера как раз вот ногтевой индустрии, потому что он пружинит. Брали не перфорированный хорошо. И перфорированный, и не перфорированный. Снил уже совсем покинул ассортимент. Здесь неплохая регулировка, плавный ход, пружинит спинка, неплохо держит, адекватный ценник. Ну, ценник совсем адекватный, 2500 сейчас по акции. Поэтому, если вам цвет не принципиален, берите черный, потому что белых уже нет. Ловить сложно будет. Ну и закончим мы. Да, сильный обзор. И вернулся такой вот задохличек, цыпленочек. Железный каркасик внутри. Торкель 5000 рублей. Я лучше добавлю 1000, возьму вот синенького, серенького. Сколько по цене ты говоришь? 5. Тонкий, скрипучий. Спинка, ну, не знаю. Что у нас по регулировкам? Только вверх и вниз. То есть спинка вот только так. Вы с ней ничего сделать не можете, она у вас постоянно будет провалиться. То есть вы все время будете вот куда-то туда, а спинка прямо... Ну, опять же, ты можешь барашек затянуть, и он не будет так сильно
прикидываться. Где барашек-то? Да, он с бараном. Тихо-тихо-тихо, там помехи аж пошли. Короче, не знаю, как там насчет барана, но у меня что-то не затягивается. Нет, ну на самом деле, опять же, если вам нужен просто черный недорогой стул под эко-кожу, welcome, черный стул, вот он, целиковый. Просто зависит от того, сколько вы сидите за столом, сколько вы сидите на этом стуле, потому что спина – залог здоровья. Вот, наверное, все. Сколько получилось? Больше часа точно, да? Ну, для себя я открыл, что теперь фрихтинг для мужчин, а… Какой фрихтинг? Ой. Маркус. Все, пора в отпуск. В отпуск пора. То, что Маркус для мужчин, а… Ед малого. Не, ну… Ну, следующий, это мало. Для женщин. Для дам. Мужеский и жесткий, да? Ребят, в принципе, все. Задавайте вопросы. Если не поняли название, цену, ставьте тайминг, говорите, какой диапазон временной попал тот или иной стул. Мы, опять же, можем поделиться своим мнением. У нас дома Маркус. Ну, пару стульев, они уже вышли из ассортимента. Иногда порой, чем, например, вот даже брать тот же Мальте, лучше взять кухонный АД с подушкой. И то комфортнее спине. Какие стулья у вас? Очень интересно получить от вас же, от пользователей, обратную связь. Это очень ценная информация, да, поверьте. Потому что мы можем вам только показать, рассказать со своей точки зрения, с точки зрения клиентов. Но как вы пользуетесь? Может быть, какие-то моменты я сказала фу, а вы скажете, нет, Таня, ты не права, это не фу, это классно. И обоснуйте эту фишку, и люди будут в курсе. Поэтому не стесняемся, пишем, сохраняем видео. Нет, не сохраняем, сохраняем это в Инстаграм. Делимся в социальных сетях. Наверное, это лучше для награды для нас. Да. Ребятушки, мы вас очень любим. Все.